Российская актриса Кристина Асмус впервые опубликовала в соцсети фотографию своей 4-летней дочки. До этого момента она и ее муж, резидент Comedy Club Гарик Харламов, выкладывали снимки с такого ракурса, что лица девочки не было видно. Кристина выложила снимок дочери Анастасии Ван Фас в честь Международного дня защиты детей на своей странице в Инстаграме. Девочка сидит в продуктовой тележке вместе с покупками, скромно опустив глаза вниз. «Дали дочь на сдачу», – пошутила Кристина Асмус, поздравив своих подписчиков с праздником. В комментариях поклонники актрисы с радостью оценили этот редкий кадр, умилившись от вида малышки. Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали свои отношения в 2013 году, а в январе 2014 года у них родилась Анастасия.